Эта история началась еще год назад, когда активные жители 5-го микрорайона города Видное обратились к депутату своего избирательного округа Алексею Журавлеву с просьбой организовать дополнительное парковочное пространство. Битцевский проезд, улица Радужная и прилегающие к ним буквально задыхаются от машин уже несколько лет. Сама застройка, ее плотность, она не позволяет, конечно же, уместить все машины наших домов. И самое главное, что многие решают проблему парковки из соседних микрорайонов за счет нашей улицы. Потому что проехать круг на ПЛК зачастую это очень длительный процесс. В результате встреч жителей с депутатом удалось найти подходящее место – пустырь возле дома 35 по проспекту Ленинского комсомола. Я вместе с жителями собирал подписи у жителей вот этого 5-го микрорайона, чтобы здесь сделать парковку. Подписей там 20 или 30 листов, сейчас уже не помню было. Все это было подано в администрацию, и благополучно было положительное решение получено. В бюджет деньги внесены, в программу включено, парковка сделана. В итоге в 5-м микрорайоне этой осенью появилось новое парковочное пространство на 38 машиномест. Она здесь была нужна как хлеб. И, как видите, многие оставляют машины здесь, не загружают Радужную, школу вокруг, детские сады, я надеюсь, будет свободнее. Также Алексей Журавлев помог жителям ЖК «Радужный» попасть в программу благоустройства, в результате чего их дворы этим летом полностью обновили. Но совместной работы предстоит еще много. Нужен знак одностороннего движения, чтобы люди, которые подъезжали к перекрестку трех дорог, понимали, что им нужно однозначно, априори ехать налево и тем самым объезжать весь наш комплекс и выезжать уже, собственно, с другой стороны. Застройщик еще не достроил школу, которую обещал, детский садик. И в результате этого всего вот жители двух домов, 8 и 10, были открещены от близлежащих школ, 7 и 8 гимназии, и, соответственно, были прикреплены к школе номер 4 на улице Гаевского. Мы неоднократно обращались в управление образованием, в том числе и через депутата, но пока вот эта ситуация не разрешилась. Депутат Алексей Журавлев и жители верят, что вместе у них все получится. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева, Видное ТВ.